Всем привет! Находимся мы в городе Правдинск, Багратионский район, возле дамбы. Вот здесь мы находимся. Так, сегодня у нас будет сплав по реке Лава. Хотим дойти от Правдинской дамбы до поселка Курортного, до ГЭСа. Где-то приблизительно 16 километров по расстоянию. Такая вот дамба здесь. Такой вот мостик подвесной в городе Правдинск. Поближе подплывем. Да? Ну что, погнали тогда? Время не будем терять, потому что ветер сильный. Приближаемся мы к разрушенному немецкому мосту. Такой вот мостик тут, остатки. Железнодорожный мостик тут был такой вот. Приближаемся к центру Правдинска. Уже дома видны, башня вон. Пока ветерок такой холодный дует. Довольно-таки сильный, порывами.
ветерок нормальный здесь. Рыночек здесь правдинский, вот. Субботний. Можно прям причалить, что-нибудь купить и дальше пойти. Носки, трусы сухие надо тебе? Вон, можно взять. Намочишь. Очень много немецких строений, вон дома вот эти все, вон с камня вообще. В Правдинске тут. Такой вот у них тут рыночек на берегу реки Лава. Ну а мы подошли к мосту автомобильному. Сейчас будем проходить под мостом. Такой вот здесь мостик. Под водой, да, там торчат еле-еле. Пеньки. Смотри, там пенек торчит. Вроде чуть-чуть распогодилось даже. Небо вон почище стало. То мы пока раскладывались, приехали, что-то тучи нагнались, ветер поднялся, солнце закрылось. Сейчас вроде как-то проясняется потихоньку погода. Все равно ветер есть. Ветер пока встречный. Сейчас зайдем за поворот, посмотрим, как там будет. Течение неплохое. О, прекрасная даль. Где-то полтора километра точно прошли. Берег высокий здесь вообще, да? Прижались к земле. Где ты, я под простой, да не скошенной крышей? Ищем друг в друге тепло. Что нам ветер? Да на это ответит, несущийся мимо. Сломавши крыло и упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия. Но как полянка здесь какая-то, вон. Тарзаночка вон висит, веревка. Сейчас посмотрим. Может, здесь остановимся, чайку попьем. Так. Давай посмотрим, что за поляна здесь. Чайку попьем туда. Так, веревку сейчас. Да я, наверное, вот так вот. И веревка еще. Что тут за полянка такая, да? Дома тут в лесу вон какие-то. Вон дом, там еще дом есть. Да, надо чаю попить, позавтракать. Время 11 часов. Ровно 11 сейчас. Тарзаночка, да, тут походу вон.
тарзанки тут в воду прыгают, купаются. Мостик вон. Пробуем забраться наверх. Смотреть. Так, ну тут гвозди. Можно забраться. Ну все, смотри, тут дальше сделано. Типа лесенки. Ну да, тарзанку вешали, походу, вот. Высота там нормальная такая. Ну, на самом верх туда лазил, тарзанку вешал. Вот такая вот, да. Местечко здесь такое. Дальше пойдем, тут ветер сильный. Не будем здесь останавливаться. Найдем место, где потише, там позавтракаем. Может, здесь продувается так все. Все, сворачиваемся, идем дальше. Такая полянка неплохая, в принципе, если бы ветра не было. Что, ты рыбачить собрался? Да. Двигаемся дальше. Будем завтракать на ходу. Цепляемся. Давай, что-то надвину. Что-то вы это воды много себе, наверное. Весло, что ли, высоко, да? У тебя поднимается, наверное. Поднимается вот эта штука прям к самому, к самой лопасти. И это. Закидывает воды, да, он тебе сюда много там. Так, ладно, что, полез я. Мешок с продуктами доставай. Колбасочка нарезанная уже, во. Хлебушка достанем. Чайку нальем с термоса. Короче, будем завтракать. Один 1:40 время. Позавтракали. Идем дальше. Потеплее уже стало. Солнце уже так чуть-чуть греет. Когда заходит, сразу ветер, холодно. Так на солнце нормально. Не, там посильнее были волны, да. И ветер посильнее там был.
А чё? Ветер как ветер несет нас опять по новому кругу чартерных рейсов. Не успел я заснять, конечно, её. Стаи людей направляются к югу. Нормально, не маленькая такая, средняя. Ну да. Это для байдарок, да, эти, которые? Мы ведь тоже хотели на солнце взлететь прямо так из нашей постели. Я держал твою руку, когда ты мне сказала, что это еще один фильм про разлуку. И я кричу, остановите пленку, это кино я уже смотрел. Эй, режиссер, заканчивай съемку. А он смеется в объектив, как прицел. Остановимся на обед здесь. На этой полянке. Сколько времени сейчас? 20 минут второго. Будем обедать. Более-менее ветра нету. Смотрим. С причалем. Да, тут спокойно. Затишье такое. Все, причалили. А что за поселок какой-то, да, рядом? Киселевка. Ладно, будем здесь обедать. Все? Да. Греем. Перловка с говядиной. Рис с говядиной. Терки не брали никакие, ничего. Так, обед у нас происходит. Сейчас чайку бахнем, пообедаем. Так, до курортного нам еще осталось где-то километра 3. Дойдем до курортного, там перенесем через ГЭС, посмотрим, сколько там времени будет. Может, еще немного пройдем, небольшой отрезок. Ну или там уже закончим наш сплав. Так, время 2:10. Пообедали мы. Будем двигаться дальше. Потеплело чуть-чуть. Солнце уже так высоко поднялось, припекает. Но ветерок еще есть. Идем дальше. Ветер попутный. У меня капюшон, он действует как парус. Когда ветер сильный, он надувается. Нормально так несет, помогает. Вон. Только подправлять приходится, да еще.
Где-то дорога проходит, тут слышно. Машины едут. Ну что, будем причаливать, смотреть? Да, дорога здесь где-то идет. Рядышком прям. Ну давай, надо где-то вот, да, здесь причалить. Причалим. Попробую вылезти. Хотим до тех развалин дойти, посмотреть. Так. Как-нибудь сюда пролезть. Опа. Все, привязались. Вроде нормально. Ладно, пойдем посмотрим. Теперь надо вылезти. Пройти где-нибудь здесь. Так. Здесь у нас что? Так, с вода. Стоять можно. Так, ну все, я на берегу. Пойдем туда пролезем. Наверное, попробую вот здесь пройти. Так, с поля, дорога вон. Так, наверное, пойду я лучше по полю. Кабанчика бы тут не встретить. Вон, трактор пашет. Какая-то труба. Такая вот труба здесь. Ничего интересного, короче, нету. Да, ничего, тут уже перевалено все, ничего интересного. Хотя завалено вон что-то, вроде как. Да, ну да, вон, может, такой вот полуколодец был. Ну все, возвращаемся мы к байдаркам. Такая вот труба здесь, немецкая еще. Непонятно, вот здесь пристройка к ней была. Видно вот здесь остатки разрушены. Ну, неизвестно, что это тут было. Конечно, лесенка вон наверх идет. Ладно, возвращаемся к байдаркам. И дальше пойдем. Солнце опять зашло, за тучку спряталось. Сразу похолодало. Поплавок нашел. Хороший?
современный какой-то. Ага. Я бы даже сказал, он новый. Он где-то месяц, может, максимум два в воде провалялся. Ну забирай. А? Забирай, пригодится. Нет, я сейчас возьму, вот еще дурак. Щучку поймаешь потом. Ну так как плохо щучку не поймал. Поляночка чья-то вон. Нормальная волна. Идем дальше, осталось чуть-чуть до курортного уже. Ну и все. Идем против ветра. Причалили передохнуть чуть-чуть, размяться. Получается, нам остался последний зигзаг, и там уже должна быть эта ГЭС курортная. Там он, по-моему, там, видишь?
Вот сейчас повыше зайдешь. Вот там вот, там вот. А, так это не замок, это ГЭС. ГЭС прямо против нас. Что тут за поляна? Смотри, тут подъехать можно, дорога вон идет. Поле. Не, ГЭС я отсюда пока не вижу. Судя по карте, вот прям вот здесь должно быть. Не, не видно, там нет, деревья. Место, да, здесь хорошее вон. О, подъехать можно, так все. Дорога. В любом случае, даже здесь на машине, если на бусе. Все, размялись чуть-чуть. Осталось 500 метров до курортного ГЭС. Вау, чуть не навернулся. Ну и все, там причалим. Обнесем. И все. Полянка тут неплохая, конечно, с ночевкой можно остановиться. Подъезд здесь есть, дорога. Тут ровненько. Только мусора много. Так, приближаемся мы. ГЭС, вон же знак. Виднеется. Сейчас будем искать место для обноса. Ну да, там музыка орёт. Интересно, да, такое место тут. Домик он немецкий тоже сверху стоит. И рядом какие-то развалины. Вон сама ГЭС. Вот ГЭС впереди, дошли до нее. Ближе уже, наверное, не будем подходить там. Обносить, наверное, вот здесь будем, где знак стоит. Тут вроде чуть-чуть оборудовано, ступеньки. Есть там сверху какая-то гулянка. Музыка орёт. Короче, причаливаем мы вот сюда и обносим дамбу ГЭС. Так, ну все, затаскиваем наверх. Причали здесь. Давай, все, беру. Склон тут, конечно, почти вертикально сейчас придется тащить. Давай, да, это. Герма. Да. Так, перехватывай. Сейчас. Так, время 6:20. Все, мы собрались. Живо, две байдарки уложили. Сейчас последнюю. Все. Прошли где-то примерно 16 километров от Правдинска до ГЭС курортного. Вот туда прям по курсу. Здесь подняли. Ну и все. Ждем эвакуации домой. Всем пока.